Теплым майским вечером, ближе к 10 часам, в дверь позвонили. «Ну, наконец-то! А то я подумал, что уже вас не дождусь», — высказал Платон. «Извини, немного запоздали», — ответили вошедшие. «Это правда?» — поинтересовался Петр. Петр был чуть полноватым человеком, невысокого роста. Волос на голове Петр не носил, он их предпочитал брить вместе с лицом. Утверждал, что так легче мыслить.